Полис обязательного медицинского страхования – это документ, удостоверяющий право застрахованного лица на получение бесплатной квалифицированной помощи, объем которой предусмотрен базовой программой обязательного медицинского страхования. Уже на протяжении нескольких лет по всей стране страховыми компаниями ведется работа по замене и выдаче полисов нового образца. О том, для чего проводится данная процедура, рассказывает врач-эксперт Хасавюртовского филиала Фонда обязательного медицинского страхования Румия Имавова. Если у кого имеются еще старого образца страховые полисы, чтобы они в срочном порядке пришли и обменяли их на новые страховые полисы. Чему нужно поменять, я объясню. Потому что с этим страховым старым образцом страхового полиса им плановая помощь гражданам уже оказываться не будет, только лишь экстренная помощь. По словам Румии Имавовой, первым шагом к получению полиса является выбор страховой медицинской организации. Таковых на территории города 2 – МАКС-М и ВТБ. Далее гражданину необходимо подать заявление и получить временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса, которое выдается на 30 дней. По истечению данного срока гражданину необходимо сдать временное свидетельство и получить постоянный медицинский полис. Еще мы хотим обратиться к гражданам, у кого есть на руках временные свидетельства, чтобы они тоже пришли и срочно поменяли, уже обменяли на свои постоянные страховые полисы. Они уже получены, они лежат в пунктах этих страховых компаний. Просто им остается взять это временное свое свидетельство, пойти в пункт и поменять. Также эксперт филиала предоставила информацию о том, что с июня 2016 года начал свою работу контактный центр в сфере обязательного медицинского страхования, объединяющий в единую систему фонд и все страховые медицинские организации, работающие в республике, куда могут обратиться по вопросам оказания медицинской помощи. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».